Еще одно важное решение было принято вчера на президиуме, оно касается проведения социальной акции «Школьные столовые под контроль депутатов». Только начался учебный год, но поступают многочисленные жалобы от родителей на некачественное школьное питание. Появились факты отравления детей в школах и в Перми, и в других регионах России. Кадеты в Томске отказались принимать пищу из-за того, что она некачественная. Имеются факты так называемых недовложений, когда порции реально меньше, чем они должны быть. Мы говорим, что дети – наше будущее, часто подразумеваем под этим качественное воспитание и качественное образование. Но есть и другой аспект – качественное питание, поскольку физическое развитие наших маленьких граждан, их интеллектуальные способности прямую зависят от того, что они едят. А вот качество оставляет желать лучшего.